Я вам сейчас музон включу под этого. С 10, Кирюш, давай. С 10 шаг один? Да, шаг один. А то как считать надо? 10 раз ты подтянулся, потом 9 раз ты подтянулся, потом 8 раз подтянулся. Советую, ребятишки, советую на высоких турниках, пожалуйста, парни. Советую на высоких турниках, поверьте, да, с 10. Да. Владик, подтягиваться умеешь? Да хорошо. Тогда тебе на маленький турник, где Кирюша. Руслан, подскажешь, Владик? Я сам, если честно, не умею. Спокойно, все. Давай, минутка шпагатик и понеслась. Попить умыть столик, захочешь, лесенка и на элементы. Погоди. Вот сейчас разминка пока та. Вот это уже чистый. Если ты, например, хочешь поотжиматься, чувствуешь, разогреть надо вверх, ты можешь поотжиматься. Но пока сейчас тебе надо быстро шпагатик протянуть. Марк, на батарею вешай, чистенькие. Покажешь? А ты что такой злой, брату? Ты агрессивно настроенный просто? Нет. Все нормально? Пока аж чистые. Да. Так, расправь их штанину. Давай. Молодец! Ну, здесь чуть-чуть не дочистил. Все четко? Да. Коленочка, ну ладно, дай пятюню. Молодец, вешай на батарею. Помнишь, где батарея находится? Нет. Вешай аккуратненько на батарею. Все сделал, можешь себе перерыв попить. Водичка есть? Нет. Да я не хочу. А, понял. Тогда на лесенку подтягивание. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и элементы пойдем. В прошлую субботу пожестче будет. Ну погоди. Сегодня просто детей больше, сегодня просто детворы больше. Нет, так-то я подгружу с радостью. Парни, вы руку поднимайте, не стесняйтесь. Чего? Я физически сейчас я сам переоденусь, вас запишу и сейчас грузанемся. Или обычные? Осилишь взрывные? Давай, конечно, делай. Парни, подтягивай. Чем финтовее вы подтягивай, интереснее сделай. Да хорош, Лука. Я правда делаю. Не надо обманывать. Ты 10 раз сделал? Нет. А сколько? Да. Ну, тебе надо 9 раз еще сделать. Иди, давай. Ты даже ко мне не подходи, пока ты не сделаешь 10, потом 9, потом 8. Итого надо тебе сделать 50 подтягиваний. 50. Почему? 10, прибавь 9, прибавь 8, прибавь 7. Вот прибавь и потом скажешь. А, это надо мне от 1 вот до 10, потом... От 10 до 1, а не от 1 до 10 надо сделать. От 1. Иди, давай, все, начинай. Я думал, что надо считать. 10, там 9. Если ты еще раз захочешь меня обмануть, ты пострадаешь. Я тебе сказал, иди, а подтягивайся, Лука. Мы сколько лет? Сколько лет? Ты живешь на этой земле? 6 лет живешь на этой земле. Вот за 6 лет, если тебе где-то удавалось кого-то обхитрить своей детской непосредственностью, то это там. Здесь я все прекрасно. Здесь таких, как ты, вот посмотри, сколько сейчас человек, десяток человек, хитрецов, которые хотят объегорить, да, объюлить, обдурить, сказать, я все сделал. И мне приходится за десятком наблюдать и поправлять. Лука, хорош, братан, иди сюда, дай пятюню. И давай, надо сделать 10 раз, потом 9 раз, потом 8. Надо, парни, вы сделаете практически 50. Я не понял, как? 55. Подойди к Марку, он тебе объяснит, как. Еще, если ты не понимаешь, как эта лесенка значит в очередной раз. Это проблема, Марк. Марк, большая проблема, что Лука не может разобраться до сих пор, что такое лесенка. Он все знает, он над нами прикалывается. Он все прекрасно знает. Кирюха. А ты что не здороваешься? Здрасте. Марк, он прикалывается над нами. Ты знаешь, да, об этом, что он над нами шутит специально? А с кого он такой пример взял? Я не знаю. А мне кажется, знаешь. Лука, давай 10 подтягиваний делай. Иди на брусья. Лука, иди на брусья. Успейте поздороваться, Кирилл, ты переоденься сначала, пожалуйста, успейте поздороваться, друг друга поприветствовать, рукой махнуть и всякое такое. Вы только все, не надо замыкаться всем на счете за Лукой, вы за собой сначала понаблюдайте и за ним наблюдайте. А то все прям переключили внимание на Луку и что, давай вот все теперь переживать за него. Федор Емельяненко сегодня бьется, понимаете? Вот надо переживать. Сколько сделал? 10. 10? Молодец. Сделал и 9. Молодец. Сделал. Теперь 8.
руке потягивайся. Покажи, давай. Народу сегодня мало. Смотри. Чего? Народу сегодня что-то мало. Да подтянет суббота, еще успеет подойти здесь. Дорог, что-то давненько тебя не было. Все нормально, с учебой, что там у тебя? Да. Выздоровел? А много болеют сейчас? Да, в классе. Парни, меньше балаболим, больше делаем. Пожалуйста. 13 человек нету. В классе? Да. Так. ГТО через 2 недели будет сдавать. Надо сдавать. 26-го, короче. Ой, 24-го. Сарево будет. Как? Соревнования будут 24-го. Понял, понял. А что в нос еще разговариваешь? Есть платок? Ну, а братан. У меня не текут, но сутки. Ну ты как дышать ты сможешь? Нормально? Носом вдохни. Ну-ка вздохни носом. Ты не задохнешься, ничего? Нет, точно? Нет. Все, разминку помнишь, Кирилл, как? Да, я 3 часа в статику вкачивал дома. Где? Дома 3 часа в статику вкачивал, блин, это размер. Просто. 3 ночи? 3 часа. А, общих 3 часа. А я думал, в 3 ночи ты решил статику качать. Ну, разминайся, сегодня тогда динамика будет, не переживай. Можно выглядеть? Как? Можно выглядеть. Ты горку в патинку 100 раз сделай, пожалуйста, ты же знаешь. Все, ты возьмешь стойки, все, парни, сегодня всем все можно, свободный режим, все можно будет, чётика. Кирюш, братан, ну только ребята, вот, ну давай правильно. И Кирилл, и можно я тебя попрошу, вот сюда встань, чтобы я видел ребят, и чтобы за тобой наблюдал, и за ними наблюдал. Лады? Все, молодец. Сейчас я вам, парни... Чтобы интереснее вам было заниматься, вам добрую песню. Дядька поет в этой песне о любви к тете. И он поет типа «Я помню о тебе». Это вот, чтобы вы будете, как любовь можно свою перевести к маме, к родине, к бабушке, к подружке. Поэтому давайте, парни, с любовью ко всему народу. Поехали, доделаем лесенку, пожалуйста, делаем четко все. Немного вам бодрости. Пусть он поет, конечно, на американском языке, но хоть матом не ругается. Меньше разговариваем, больше делаем. Я сейчас переодеваюсь и начну, лично буду проверять, кто как что делает. А, и, ну, как бы, кого не видел еще, поздравляю с наступившим февралем. Последний месяц зимы нам осталось выдержать. К 24 числу все готовы? Да. На облаках ты будешь участвовать? Да, листочку сейчас скачу. Молодец. Горизонт уже до 3 секунд дошел. Молодец. Покажешь, да, сегодня? Красавец! Сколько? 9? 10? Молодец! Погоди, день рождения, стой! У вас же было день рождения осенью, вот, у тебя, у Давида. И у Давида. А, в одно и то же число у вас. Ой, отставить, какого числа? 11-го, да. Потом складка, мостик. После, ты лесенку сделал всю? Да, и повисел. Минуту провисел. Все, ладно, и теперь смотри, берешь стойки, пока турники освобождают. Кто лесенку сделал, разбирайте стойки. Вадик, ты тоже сделал лесенку, ты 50 раз потянулся. Ты же вынуты подтягиваться, не умеешь. Ну, покажи. Фу, нифига себе, рекордсмен. Мы что, новую звезду, что ли, выбрали? Гимнастики нашли? Ну-ка, давай. Давай, подальше пошел, да? Так. И вот так, ну, и так ты притянул сначала 10 раз. Сколько последний раз ты притянулся? Сколько?
Последний раз слушай. Один, а перед этим как раз подтягивайся. Подтягивай. Потом ручки стряхнул, сделал 9 подтягиваний. Потом ручки стряхнул, сделал. Ты тоже так сделал? Ты ноль провисел минуту. Иди на высокий турник, надо провисеть минуту на высоком турнике. Кто доделал, берете стойки. Поехали, Марк. Да? Да. Стойка. Пробуем горизонт утягивать. Задача, смотри, кто доделал здесь. Встал, ручки поставил. Помнишь, да? У нас надо, чтобы руки, линия рук находилась где? На линии пояса. Вот так не считается. Надо, чтобы максимально было. Переворачивай максимально. Ножки развел и пробуешь поднять одну ножку, другую, да. Сейчас я стойки раздам всем. Сделал? На стойке. Вот так, на стойке. Что делать? Попытка. Держи горизонт, держи. Держи. Можно на одном попробовать. Парни, разбирайтесь. Собирайте стойки и делаем. Марк, зря ты на высокий. Чьи штаны? Вот это что такое? Парни, чьи штаны черные? Марка. Не Марка. Марка? Не Марка. Твоих давай, наложи штаны 50 отжиманий. Владян, вот это ты прикалываешься, да? Нет? Андрюш. Ты вместе с ним 10 отжиманий делаешь за то, что ты плохо ему объяснил. Стой, Андрюх, он еще делает 50 отжиманий за рюкзак на диване. Ты итого ему 80 сделает, а тебе 20. Объясняй ему еще раз правила, что надо как вести. Сейчас Руслан к вам подключится, если не исправит. Давай, объясняй еще раз. Терпи. Нет, Андрей, разве про одежду брошенную, разве... А вот это твой полтинник, да? Вот это твой полтинник прилетел. Давай. Одежда разве брошена? Это порядок? Терпи, нет, закрой. Что случилось? Портфель. А чей портфель? Мой. Да хорош ты, ё-моё, убери портфель. Давай, тебе тоже, в общем, это, полтишок. Парни, ну вы чё? А куда? Можешь сюда, можешь под одежду, можно здесь все это. Там смотри, какая штука. Магнезию, во-первых, засыпет, ушатает. Во-вторых, я не хочу, чтобы хранили вещи возле двери, потому что иногда приходят люди, посмотри, чтобы ничего, короче, не выросло ноги у портфелей, у телефонов. Были случаи, угоняли велосипеды. Ну, зачем это надо? А потом мне выслушать от родителей, да, этот тремор. Руслан, 50 твоих, парни, ну, что могу сказать, поехали. Руслик, полтинник, не гони. Тебе тоже 50 отжиманий, лады? На стойке попытка горизонта, видишь, что он делает? Вот видишь, что он делает? Лука, не балуй. Попытка горизонта. Помнишь, мы вчера делали упражнение, когда выводи тело максимально вперед? Руслан, терпите, парни, потерпите и все, начнем. А вам это стойки? Ну ты же взял стоечку, зачем? Смотри, взял стоечку. Стойки, чем хорошо, ты просто больше упор сделаешь. Ты взял. Нет. Ручки поставил так или так. Смотри, тебе надо пояс. Нет, тело погулять. Смотри внимательно. Пояс надо довести вот сюда. Ты вышел. Если хочешь проверить, отожмись поясом, проверь. И опять держишь. Поехали. Я знаю, что вы получите. Сделал. Все, продолжаем. Мне не рассказывай. Я посмотрю, что будет происходить дальше. Ты мне не рассказывай. Все, стойку, попытку. А, ну, Андрюх, можешь Руслану помочь 10 раз еще отжаться, его десятку забрать себе. Иди, помоги, братан, ну, иди, помоги. Скажи, Руслик, я к тебе на помощь пришел, 10 раз помогу отжаться. Сейчас вы доделаете статику, выстилаете маты. Смотрите, под турниками и начинаете на турниках. Смотрите. Кто? Вот это уже опаснее. Вот это уже опаснее. Если ты хочешь прыжком, мне когда говорят, горизонт там, если ты хочешь прыжком, ну да, можно на какую-то секунду, пока ты летишь там, можно. Но здесь какая интересная штука. Если ты делаешь, тогда надо стараться более корпус прямо держать.
стараться удержать, а просто подпрыгнуть, смотрите. Ну, не очень катит. То есть, если прыгаешь, вытягивайся и старайся удержаться. Стилаете маты? Мне надо корпус ровно держать? Да, надо, если да, я надо в идеале, в идеале, чтобы ты... Я. Да. Мне надо в идеале, чтобы ты был ровно над землей. Ровно над землей. Маты стелим, да, парни, маты стелим. Ты будешь на стойку делать? Горизонт, уголок. Давай, пойдем. Ну да, ну а ноги, братан, ноги. У тебя корпус вот так, а ноги я вот знаю, так. Я знаю, я учила 10 дней. Ноги. За 10 дней тот хороший. Офигенный. 10 дней тот хороший. Офигенный. Я вообще не ставлю. Годами люди делают. Годами. Но надо стремиться. Парни, маты расстилаем, все готовимся. Стоечку убираем сюда. Владик, сколько тебе осталось отжиманий? Стоечки в сторону убираем, также можно стойками пользоваться, гантелями, гирями, всеми делами. Я, если что, сделаю. Да, маты стелим ровно, поролом, и под детским, и под взрослым. И подтягивание сделал. Да, молодец. Марк, ты мог стоечки отнести вот сюда, там не, или тебе туда захотелось отнести? Не, берите все, ну, тканевые вам, наверное, не нужны. Мне кажется, вот этого вам хватит вполне. Поролонов и матрасов в чехлах. Первое, поролон вниз, 100%. Поролон вниз стелится. На поролон стелятся тканевые, на ткани стелятся чехлы. Почему так? Потому, чтобы поролон не разорвался. Луке, помогите, а то он сейчас там делов наделает. Что? Что это? Ну, посмотри, что это такое. Во-первых, может быть, не валялась, а лежала. Во-вторых, наверное, это запчасть. Ну да, это ножка пластиковая. Да, Кирюх, молодец, да. Помогите Руслану, пожалуйста. Тихо, 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 тихо. Руслик, вам надо не так, не три пола. Руслан, надо по-другому. Надо один в ширину засунуть. Надо эти вытащить, один в ширину засунуть. А Руслан? Руслан, один в ширину надо засунуть. Да, 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 между столбов, да. Он 100% влезет туда. И остальные уже плясать от этого можете. Да можно, в принципе, не париться. Нет, Кирюх, между столбами засунь его. 100%. Парни, они выскакивают. Между столбами засуньте. Блин, вы что, меня не понимаете, что ли, а? Стоп. Кирилл, ну ты что, ты видел, как ломается шея? А? Кирилл, тебе показать, как ломает шею? Маленький зазор реально может привести к тому, что можно так кувыркнуться. Потом столько слез материнских, столько эмоций, сколько я видел храбрецов, которые сдувались, там пальчик надломится, все. Вот здесь вот эта дырка была. Да жестко падают вот, постоянно. Вот, прям там видно было где-то вот здесь вот железку. Вот. И я прям такой, ну ладно, я все равно туда никак не попаду. Я прям когда делаю, меня прям в эту дырку пряткой. Конец лета, соревнования набережная, Руслан. Дарья воткнулась в щель. Видел? Щель между этими матами, помогайте. Все выбыло. Ты мне рассказываешь, и так сойдет, не сойдет так. Стелите все ровно, изгал. Улетают туда, улетают сюда, парни. Это ваша безопасность, это сохраненные слезы. Ваши же. Потратьте время на хорошую застилку, и все будет четко. Опять, Кирилл, минус большой. Кирюх, надо засунуть между столбов, ты понимаешь? Я сюда... Тогда будет скат, и оно будет оттуда сваливаться. Я не возьмусь. Да. А когда вы будете гонять и повелять? Сейчас, секундочку, я должен вас всех записать и занятия проверю. Ты помоги, ребята, матики постелить, пожалуйста. Разбирай это, Кирилл, разбирай. Разбирай, разбирай, разбирай. Во-первых, здесь
тиска. Что оно будет потихоньку маленькое. Сбиваться. А вы же не применяете, сделал, убежал. Понимаешь, к другому быстрее сделать. А вот почему потом рука, нога воткнется. Первое здесь. Второй момент. Принести стены за клёстом, чтобы щели перекрыть. Важный момент. Подушку подняли. Мат взяли. Еще больше обезопасили сюда, засунули. Вот так хорошо. И спокойненько уже от этого пляшете. Я больше о вашей безопасности переживаю, чем вы сами о своей. Ну поэтому у меня есть задача воспитательствовать. Владян, просто так не стой, помогай ребятам, смотри, что происходит, я думаю, тебе пригодится это. Проверяйте жесткость. Нет, Марк, здесь ты не будешь, ты будешь пока на маленьком. Пока на маленьком. Проверяйте жесткость. Вот я слышу по ударам жестко. Вот я слышу. Нормально? Точно? У нас, парни, у нас есть еще матрасы, Кирилл. Не забывай, что есть матрасы еще тканевые. Мат синий можно взять, да, из двери, которая перезакрывает. Можно взять. Только аккуратно его доставай, пожалуйста. Не рви. Я не знаю, пока один возьмем. Не, если сейчас никто не придет, мы еще те маты возьмем. Но вам матом с головой хватит. Вот вам сейчас для детей точно. Парни, задача. Вот смотрите, чтобы не толпились. Высокие тоже делают, только когда первые разогреваем разогревочные 8 связок по 8 элементов. Я вас прошу не толпиться, у нас есть брусья, у нас есть гири, у нас есть стойки. Я сейчас все достану. Пожалуйста, не толпитесь, ладно? Область выполнения элементов не находится никто. Нет, здесь он ты, здесь находится. Самое главное, ты контроль. Не зайдет, я видно, что я не знаю, как уже спали разумные, понимают. Первый раз не стали находиться. Это вам надо в основном. Рассказывать про это, потому что держится. И все, не балуемся, ерундой, не занимаемся. Что? Можно сальтухи также, помнишь, сальтухи, матрасик положили, сальтухи делали. Все так же можно. Все, занимаемся, ребята. Парни, 8 связок по 8 элементов, пожалуйста, разогревочные сделайте. Просто сделайте разогревочные и все. Кирюха, магнезию сюда, парни. Вот я про, как раз тебе и говорил про это. Рюкзак. Магнезию сюда уберите, только там, кстати, он еще какая-нибудь. Кирилл, еще раз напоминаю, 8 связок по 8 элементов. Что? Связки. Парни, 8, если я сейчас еще раз повторю, будет очень трудно для всех. 8 связок по 8 элементов. Меня точно все услышали. А статистики тоже считаются? Да, статика считается. Кирюха, покажи статику нам, ну-ка похвались. Давай, рисанись. Давай. Раз, два, три, 4, 5, ну, допустим, 6. А что уголок забыл? Был бы 7. Ну, ладно, допустим, что выйдешь, сделаешь 7. Голову, Кирилл, голову. Молодец, 7.
Выход офицерский. Говорит, ладно, 8, так, что еще? Не торопись заканчивать. 8 это так, разогревочный. Может, сейчас ты на мастера пойдешь. Все? Ну, хотя бы рук нам бы поднял, мы бы... О, молодец. Ну, а ты отвернулся, короче, от всех. А при чем? Не, погоди, а ты кто? Ну, не гимнаст, ладно. Ну, ты человек? Да. А по-человечески поприветствовать разве что? Или только это гимнасты должны приветствовать? Чего? Я приветствовал. Ну, я понял. 8 связок по 8 элементов. Здесь как раз ты и гимнастикой занимаешься. Как раз тебе здесь и надо бы становиться гимнастом. На улице можешь быть воркаутменом или воркаутером. Вот одну связку ты сделал по 8 элементов. Тебе надо сделать еще 7 связок. Элементы разноображивай. Руслан, так же. Все так же. Парни, все это же можно делать 8 по 8. Так же можно на полу сделать. Или на брусьях можно сделать. Не стойте, Андрей. Еще раз внизу стоите, я загружу вас чем-нибудь. Снимай. Что ты стоишь? Владику подскажи, что делать надо. Да, Владян, скажи, привели в зал, а что делать не сказали. Спрашивай у них, конечно. Сейчас тачку делаю. Только аккуратно, Влад, не мешай никому, хорошо? Чтобы никого ты не ударил, и тебя никто не ударил. Пробуй стоечки на руках, пробуй. Всякие пробуй. Сейчас гантели, там гири. С Русланом подойди, Руслан тебе расскажет, где там штангу, как можно достать или прочее. Качай, 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 выпрыгивай. Да нет, все нормально. Устал. Потому что не дышишь и быстро устаешь. Надо дышать. Парни, мне еще раз повторить, 8... Мы поняли уже, 8 связок, 8... Ну, а ты понял, а почему я не вижу этого? Я делаю связки. Ну. Что там, сколько? 8 связок по 8 элементов. Раз. Два. Видишь, молодец, когда хочешь, можешь же. Давай. Три, молодец. Вперед можно кувыркнуться. Все, уголок надо было сделать, сейчас уголок, как ты сидишь. Или из-под турника. Четыре. Потянись. Потянись. Пойдем переворотиком. Давай, вытягивай. Пять. Что еще? Молодец. Еще подумай. Шесть. Молодец. Ласточку можно было обратненько крутануться. Терпи, 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 терпи. Семь. Голов. Давай семь. Молодец. Еще один. Давай подумай. Офицерку сделай. Выйди. Офицерский выход. Ну любой. Давай. Восьмой. Любой. Соскок сделай. Топорик хотя бы. Соскок. Любой. Восемь. 9, видишь? А вот надо было только вытянуться и ручку поднять по приветственности. Конечно, красавчик. Надо еще сделать тебе теперь 7 связок таких же. Кирюх, тебе 7 связок, да, надо сделать тоже? Молодец, только в стратосферу не улети. Уголок, что же, где твоя хваленая фтатика, Кирилл? А? У меня нет. А? Нет ее. Как нет? Ты же сказал, ты 9 лет тренировал фтатику. Да. Всю жизнь тренировался, чтобы вам доказать всем. Терпи, 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 терпи. Я знаю, терпи. Так вот заучка у вас. Но она не пишет. Ты же помнишь, она не пишет. Сейчас я запишу все, не переживай. Я позову тебя. Все, не отвлекайся. А сколько у вас занятий? Я позову, я позову Лука. Отожаться 10 раз на. Ты и Владику дай, скажи, Владян, дай попробуем испытание такое, качающееся, конечно, отожмись. Вам очень хорошо, когда вы выходите, например, выход на три, либо когда вы там пистолетик сделали. Вот у вас получается перекладины между ног. Но возьмите натяжение, сделайте, шпагат отставите, уголок сделайте вот так. Возьмите, когда вы в сиде сидите, поднимите уголок, выдержите. Конечно, вы что? Интересный элемент, да? Интересный, неинтересный. Оно, во-первых, тебе баллов накинет, если ты захочешь на соревнованиях участвовать. Во-вторых, оно даст вам тебе отдохнуть между динамическими действиями. Задняя сальто считается за элемент.
Если оно в чем сделано? В связке считается. Сейчас оно просто его сделал. Ты уж тогда мне покажи, если ты слез с турника, какие-то действия на полу сделать, чтобы это было гармоничное... Здравствуйте, Петр Владимирович. Чтобы это было гармоничное выступление, а не так, это отрывистые действия. Петрух, ты как всегда прям это... Самый тот момент. Ты что такой бледный? Тебя никак не отпустят. Рассказ Сереги? Что, я и не это, просто тылом не поворачиваюсь, говорю, и все. Вообще грандес там тыловики, они в запасе вообще в таком глубочайшем. Это, запишешь, Петрух? Сейчас, ты видел, я бросил? Нет, еще не, за, ничего не смотрел, ничего. Там что-то страшное тут будет? Нет, музыку. Музон? Да. Который искали, именно музыку. А, ты нашел ту композицию? Я сделал, 90, там 59 секунд. Ага. Ты сделал... Из видео. Ага. Теперь осталось найти музыкальную программу и сделать ее на пару минут, там, с краев поотрезать, да. А можем попить? Потерпи, пожалуйста, Лука, немножечко. Я сейчас возьму кофеек, ладно? И мы с тобой вместе попьем. Ты водичку, а я кофеек. Лады? Все, сейчас терпи, брат. А сколько занятий? Да подожди, сейчас Петр Владимирович запишет всех, будет звать. Сейчас, давай ты первый будешь. Да. Вот теперь осталось только... Нормально, да, музок? Такой веселый. Теперь осталось только, знаешь, как бы это опять программу надо... Да, хотя бы на два там этот... Ну, минуты сделать трек. Ой-ой-ой! Ты в контакте скинул ее, да? Ну, так. Я в диске ссылку. Что, сиди, жди. Бери градусник, пробегись по парням, температуру померь, а Петр Владимирович будешь всех звать по одному и сам пойдет Петруху померить. Ой, запишет, лады? Но плаву померить. А, смотри, надо прямо так прикоснуться и нажать кнопочку. Все, вот видишь, 36,3. Красавчик. 36,3. Будешь жить долго и счастливо. Нет, вообще нет. Ну нормально у него все? Серега, на смене, Денис на заказах, чтобы там я так не понял. Николай Алексеевич, надеюсь, прийти взять кофе? Нет. Поздоровались, нет, а то есть, да? Да? Ну, всех садов, здесь уже подзагрузили. Как ты это делаешь? Что, Вася, ты тоже хочешь ремень какой-то сделать? Не, ну делай, специалисты делай. Чё? Сижу, здесь как очередь, как минимум. Мам, стоять! Так, вообще, ты боюсь что-то? Пусти. Нет, ничего не можешь? Ну давай тогда, лучше, мне кажется, надо слезть. Стой, тут стой, подвинь. Я понял. Что, давай. Все, сейчас я приду, погоди, сейчас по это... По сделаю. Парни, по очереди, помните, Петру Владимировичу, входите. Любой, кто рядом находится, входите. По минимуму, ну как обычно все. Чего дал бы не взял, а? Сергей Геннадьевич! Сергей Алексеевич! Что? Я потерпи, пожалуйста, я кофе возьму, приду и попью. Штаны у тебя высохли? Не знаю. Посмотри, что ты их только развесил. А? Занимайся дальше. Менее или более? Я 10 раз хотел отжал. Андрюш, Петр Владимирович, помните? Я записал его. Фамилия, имя, отчество? Влад. Фамилия? Анаников. Анаников? Анаников. У него классное. Еще вот давай. Влад, отчество? Романович. Андрей, у меня зажигание будет. Я горячий. Как фамилия, мальчик? Ермошкин Александр Александрович.
бы сейчас резко получилось. Дабл, гимбер. Позови вам.